совсем немножечко капризов. Но он отправляется в раздевалку, потому что в любом раскладе он уже не сможет принять участие. Там осталось немножко, а 5 на 3, вот совершенно неожиданно, из ничего буквально все в одних. Он вот, нас там тоже не поймет. Выигрывают вбрасывание, пытаются тут расставиться, но пока не удается, 5 на 3 играть. И что здесь? 2-1 идут владивостокцы, но это фактически идут в обман. Сейчас и гол! Фантастика! Адмирал втроем забивает пятерки Салавата Юлаева. Вот это да, Сергей Иванович. Ну, второй гол. Тоже Гаврилов пропустил. Я бы чуть-чуть так, конечно, это радость. Ну, ребят, еще там минута 8, 5 на 3 играть. Да. Тут не расслабляться. Что будет, да. В принципе, я думаю, что как раз Уфа, ну, все равно там получил там. Вы поаккуратнее играйте. Вот сыграли очень неаккуратно. Контратака 2 в 1. Бросок, но сейчас будет штурм невероятный. Давайте случай, посмотрим. Конечно, не уникальный, да, когда 3 на 5 забивает. И, по-моему, Слован отличался этим в одном из предыдущих сезонов. И, по-моему, в игре с Нижегородским.